приезжай. Мази. 35 градусов, мы сидим в джинсах, в обуви, вымираем от жары. Приезжай к нам срочно, привези нам холодные водички. А еще тут на халяву еда. Народ объедался в полный рост. Вот. Мы уже сутки не спали, всю ночь нас трясло, я думал, я башку и проломлю потолок. Что еще интересного случалось? Очень интересная поездка была. Всю ночь нас трясло на кочках, на скорости 100. Чувак ломил на турбо Тойоте. Я только и слышал, ну, и все углы срезал. Это вообще ахнуть, конечно. И вот мы последние сидим, ждем, когда нам номер помоют. Я сейчас еще не понимаю, куда заселимся. Пользуясь случаем, передаю привет. Пацаны, приезжайте сюда. Чего ты смеешься? Ладно, она тоже съедет. Все. Отключаю.